Привет, с вами снова Скорбик. И сегодня мы будем играть в игру, которая называется Mortal Kombat X. И перед тем, как начать, я хотела вам сказать, что я уже давно хотела показать вам эту игру, но не мог, поскольку она не качалась на мой телефон из-за очень большого объема. Ну, поскольку она очень много места занимала, и мой телефон просто не мог ее скачать. А даже если, и даже когда скачивалась, то тогда, ну, если бы я снимала с телефона видео, то было бы очень-очень мелко. Ну, вы сами видели, как я снимала с телефона видео. Ну, не суть, давайте начнем. Так, начинаем. О, сразу? Прям сразу? О, своя удача. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Как там Кларенс-то говорил? Эни, бени, мэни, мо, получу эскимо. Брехня попалась. Ну, ладно, сойдет. О, Скорпион Холодная Война. А чё, неплохо. Так. Награда за средства фракции. 15 монет. 15 душ. Принял ваше приглашение, друзья. Так. Холодная война. Так. Должна быть Джеки Брикс. Это ж каком же она у меня должна быть? Извините меня. Ну, давайте начнем, что ли, нашего скорпионушку проходить. Так, кого же мне поставить-то против тебя? Умничка мой, разумный. Давай монаха против тебя поставлю. Монаха. Солдата. Ну и он. Так, сейчас пойдет потеха. Начинаем. Ну что ж. Не будем медлить, перейдем сразу к схватке. Получай. Блин, проклятие он использовал. Он использовал. Давай, на, нам хороший. Получи. Ну. Ой, как страшно. Я тебя этим добью. Хочешь? Чё, доигрались, да? Все, победили вас так быстренько. Ну, чем быстрее, тем лучше, конечно. Только бронзовые персонажи. Давайте начнем. Я так думаю, мы сейчас всю башню прям будем проходить. Вот это, наверное. Может, конечно, нет, но мне кажется, да, будем. Так, на. Иди сюда. Я тебе нос сломаю, глупый мама. На, получай. Блин, вот зачем в Скорпионе Холодная Война нужна Джеки Брикс? Ее и так тяжело достать, она может выпасть только на испытание или серебряный персонаж. Это и так тяжело серебряных качать. А тут еще только Джеки Брикс Киборг. А это Джеки Брикс, обычная Джеки Брикс. Вот зачем, блин, мы скорпиона так поставили? Лучше бы вот был бы обычный какой-нибудь скорпион. Или, например, ну, я даже не знаю, тот же Саб-Зиро. Максимум Титана. Это вообще самая быстрая схватка. Даже мучиться, в принципе, не пришлось. Что могу сказать? Легкие деньги. Еще деньжат дали. Ничего себе. Баблишку дают тут. Внезапно твой отряд застали врасплох. Замена бойцов случайным образом. Без проблем справлюсь. Вот. Вот вам пример. Хай-тек Джеки Брикс.
Случайный обмен. Ой, глупый Аштек, сейчас ты доигрался. На. Вот так тебе, на, глупый сержант. Лысый на меня, получай. Вот так. Так, 500 монет? Ну, неплохо. Сейчас дадут, наверное, где-то около района 1000 монет, если я не ошибаюсь. Ну да, района 1000 монет дали. Так, у нас сейчас есть, внимание, варианты. Мы сейчас можем купить набор карт. Что-то можем, например, кого-то еще купить. Так, каны, рептилии, котальканы. Так. Ну, давайте. Давайте купим наборчик. Набор. Какой у нас будет набор? Правильно, набор карт. Купим набор карт, посмотрим, что выпадет. Может, что-то интересное выпадет. Так. Далее. Спецприем первого персонажа серебряного ранга. Амулет. Тоже неплохо. И кто у нас тут? Дивора. Так, Дивору слияем. Я как поняла, она у меня сейчас будет только первое слияние, да? Первое. Вот, продолжим. Так, начинаем битву. Начинаем. Что ж. На. Получи. Ящер получайка. На, глупый. Ой, как страшно, солдат. Ой, как страшно. Я посильнее в тебя. Я посильнее это бью. Ой. Ой, как страшно. 151, а я тебя вообще с первого удара убил. Прикол. Да, прикол. Сколько там еще осталось выиграть? Так. Персонажей. Ну да бог с вами. Давай, Эми, сделай свое дело. Вот эта крепость мне напоминает этого Шалкана. Модная крепость напоминает Шалкана. Ай, не очень-то приятно было. Не учил тебя скорпион хорошим манерам, Сирайри. Вот так. Ой, сейчас будет прикольно. На, получи. Крутой монах. Мне он нравится. Так, далее. Так. Пожалуй, надо поставить кого-то посильнее. А кто у нас посильнее? Лау. Дивора. Ящер. Ну, ящер-то это и так, конечно, что это с ним сильнее будет. Ну, давайте поставим террорю. И штека. Так. Ну, не пускай будет последним. Он так, ну, самый слабый. Ну, а ящер у меня самый сильный. Ну, что ж, готовы? Начинаем.
так лучше дерется, чем он. Оштаб так проще дерется, чем он. Намного. Да и по внешности он мне больше нравится, чем этот уродский демон. Так, и сколько нам еще осталось? Темная магия. В течение матча. Ну, пофиг. Это тоже не влияет. Вот если был ниндзя мимо Джонни Кейдж, мне это бы еще чуть-чуть напрягло. Ой, как страшно! Правда, что ли? Урон я получаю. Одного убил, сейчас второго ногой своей убью. На. Всё. И никакой пощады. Никакой. Всё. Убилась. И солдатка эта убилась, глупая. И умерла. Так. Отпали сразу. Так, начинаем. Оштек против Оштека. Ну, это да, интересненько. Так. Иди-ка ты отсюда, Оштек, буквы. Только один натуральный Оштек. Ну! О, уже 10 тысяч. Неплохо. Файт. Я думаю, этот бой слишком быстро закончится. В пользу кого? Конечно же, Оштека. А точнее, Спорт-ТВ. Ты же работаешь на Спорт-ТВ, да? Да, конечно, я работаю на Спорт-ТВ. Мне мой хозяин, ты мой хозяин. Ну, что-то так. Один удар, и ты погиб. Точнее, один прогиб, и ты погиб. Ну, он ящер. Ну, добьем они. Пускай он там валяется. Так. На, получи. Не попадет Оштек. Хотя не попал. Вот тебе. Ну, с Оштеком мы слишком будем быстро всех убивать. И в этом немного интерес пропадает. Но да ладно. Вампир вырвался святую жизнь, чтобы восстановить собственную. Легко. Что бы вы без меня делали? Не, это не вам, зрители, это я вот этим монстрюгам, которые против меня. Что ж, ящер, не подведи. Не промахнись, пожалуйста. Не промахнись. Враги поглотили. Ой, сейчас как кому-то будет плохо. Ой,
без усилий и без проблем. Даже мучиться не пришлось. И мы набрали уже 64 души. Это довольно неплохо, потому что можно... О, 10 тысяч! А ничего так себе. Так, давайте посмотрим карточку. Морозный ожог. Получив 80%. Спецприем пламенный щит. Поджигает всю вражескую команду. Атака, высокий урон. Так, я так понимаю, Скорпион, холодная война, это Скорпион во время Великой... Великой войны, что ли? Ладно, заскриним его. Он нам потом пригодится. О, Саша, нет? Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайся на мой канал, ставь лайк, комментируй видео, оставляйте положительные комментарии. Всем удачи и всем пока-пока.